больница у нас функционирует, больница работает, мы живем, мы развиваемся, мы предлагаем новые услуги. Есть некоторые нюансы, которые бы хотелось изменить. Мы, являясь федеральным учреждением, федеральной больницей, не можем, к сожалению, по системе обязательного медицинского страхования оказывать услуги Щелковскому району. Мы готовы сегодня по всем нашим направлениям оказывать услуги по линии ОМС, но для этого нужно согласование с системой обязательного медицинского страхования Московской области. Договоренность, по которой жители Щелковского района могли бы по полису ОМС Московской области обратиться в нашу федеральную больницу. Мы очень хотим, чтобы нас услышали в Минздраве Московской области. Мы очень хотим, чтобы нас услышали в системе медицинского страхования Московской области. И решили этот вопрос положительно. Это будет плюс и населению, в первую очередь, Щелковского района, и, конечно, это даст нам возможность выполнять тот объем, который мы в состоянии. Еще Сократ сказал, что нельзя лечить тело, не леча душу. Кажется очень важным, чтобы психология тоже входила в это поле помощи нашим пациентам. Хочется пожелать больнице хорошего финансирования. Почему? Потому что кажется, что это очень важно. Тогда как-то может появиться больше программ, в которых будет включена такая важная область, как клиническая медицинская психология. Пациентам хочу пожелать, чтобы они не забывали, что есть такая больница. Все свои знания, опыт мы приложим для того, чтобы им помочь и физически, и психологически, и сделать их жизнь счастливой. Терапия в переводе с греческого языка означает лечение. Лечение – это то самое слово, самое главное и для больных, и для врачей. Потому что пациенты хотят лечиться, а мы хотим качественно осуществлять этот процесс. Хочется пожелать, чтобы у нас была хорошая диагностическая база, чтобы у нас было достойное лекарственное обеспечение, чтобы у нас было время на общение с пациентами, которое помогало бы им преодолевать их проблемы. Хочется пожелать пациентам всем выздоровления, всем спокойствия, надежды на будущее и, самое главное, рядом понимающего и знающего врача. Я работаю здесь много лет. Я люблю больницу, я люблю врачей, я люблю весь персонал. Мы практически большая семья. Не во всех больницах, мне кажется, в мегаполисах люди как-то проникают друг в друга, помогают друг другу и живут какой-то такой своей жизнью. Это вот особенность, изюминка нашей больницы, вот именно такой загородный, такой необычный. У нас очень уютно внутри, у нас такие оборудованные операционные, у нас так красиво, уютно, мило в палатах, что очень нравится пациентам. У нас такие чудесные коридоры, зелень, улыбчивый персонал. Ну, у нас, посмотрите, какая территория, сосны, ели, можно где погулять, подышать, что тоже очень необычно. Хочется, чтобы мы сохранили нашу аутентичность, вот наш микромир, чтобы мы продолжали так дружить, врачи, сестры, санитарочки, все, и делать одно общее дело для нас и для жителей наших, и для всех. С праздником! Поселок Юность, больница МИД. Хорошее место, хорошие люди такой важной и нужной профессии. Пусть исполнится все, что они пожелали себе в профессиональный праздник – День медицинского работника.